Всех приветствую, друзья! Сегодня 4 августа 2023 года. Записываю это видео с целью того, чтобы показать вам, как я работаю, как я зарабатываю, дать вам какую-то наводочку, чтобы вы тоже смогли пойти заработать свои первые деньги в интернете, если вы это еще не сделали. А если вы уже сделали, то, может быть, вам будет полезно. Нет, точнее, не может быть, а 100% вам будет интересно и полезно. Так что обязательно досматривайте это видео от начала до конца. Здесь будет много полезной инфы. И уже можете после просмотра пойти заработать свои первые деньги. Перед началом еще обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка будет под видео, потому что здесь вы можете задать вопрос лично мне, здесь я скидываю отзывы ваши, свои результаты, всякую полезную информацию, вот, займет у вас 10 секунд, но очень много полезной информации получите, так что обязательно подпишитесь. Давайте сейчас я включу запись экрана на своем ноуте и продолжим уже оттуда. Так, все, запись пошла, погнали. Давайте, я начинаю объяснять. Сейчас слушайте очень внимательно, главное не перематывайте, чтобы ничего не пропустить. Первое, что нам потребуется? Потребуется два сайта всего лишь. Первый сайт – это брокер, на котором мы будем торговать. Если вы сейчас увидели эти графики и подумали, точнее испугались, там подумали, что как-то что-то сложно все выглядит, скажу вам сразу, ничего сложного, в графиках разбираться не нужно, я сам не разбираюсь. Я покажу, как можем с помощью информации в интернете бесплатной извлекать отсюда выгоду и зарабатывать. Так, почему именно этот брокер? Сразу отвечу, потому что он надежный, он проверенный, он точно выводит, он вас не кинет, ничего, никаких проблем не будет, он проверенный временем уже, так что, если у вас еще нет аккаунта, переходите по ссылке под видео, там еще промокод есть, который даст вам 100% плюсом к первому пополнению. Вот, и второй сайт, сайт investing.com, отсюда мы берем информацию для нашей торговли. Сейчас я вам покажу, как все, как эти два сайта работают в связке. Так, что вообще нужно знать перед началом? Обязательно нужно понимать, что на балансе у вас должна быть такая сумма, чтобы вам хватало для перекрытия. Например, если я буду открывать сделки условно по 60 рублей, 60 рублей это минимальная сумма сделки, то мне нужно иметь на балансе хотя бы 2000 рублей. То есть начинать в идеале от 2000 и больше. Там, конечно, чем больше баланс, тем легче вам будет работать, тем больше вы будете зарабатывать. Но, чтобы вы понимали, можно начать из таких сумм. Вот, давайте покажу сейчас все сразу на примере. Первое, что нужно сделать, это выбрать валютную пару, с которой мы будем работать. Делается это очень просто. Вот здесь нажимаем и смотрим на левый столбец. И выбираем просто сверху вниз, смотрим. Первая валютная пара с доходностью 84% это евро, канадский доллар. Дальше я перехожу на инвестинг и в поиске вбиваю в эту валютную пару, перехожу в нее, потом нажимаю на кнопку теханализ и на одну минуту. Что мы здесь должны увидеть? Мы здесь смотрим на резюме. Сейчас здесь написано «продавать». Значит, аналитики с данного сайта советуют нам продавать, и, скорее всего, цена пойдет вниз. Но тут написано «просто продавать», а должно быть написано «активно продавать», либо «активно покупать». Вот, либо вот так вот. Ну, видите, да, «активно покупать», либо же может быть написано «активно продавать». Если написано вот так вот нейтрально, либо «просто покупать» или «продавать», то мы не работаем с этой валютной парой. Это значит, что аналитики с этого сайта считают, ну, не уверены в... Точнее, как сказать, не сильно уверены в том, что график пойдет именно в эту сторону. Так что дальше нужно просто выбирать следующую валютную пару, например, это вот это, и смотреть, что там по ней пишут. Давайте. Вбиваю ее. Так. Вот австралийский доллар США. Теханализ. Одна минута. Вот здесь четко активно продавать. Значит, я просто сюда залетаю сейчас. Открывать сделку буду на 6000 рублей, получается. И активно... продавать, значит, ставлю открывать, точнее, сделку на понижение. Так. Видите, здесь активно продавать везде написано. Скорее всего, график будет лететь вниз. Смотрим. Вот. После моей сделки на 6000 я сразу готовлю следующую сделку, на всякий случай, на 12000. Для того, чтобы перекрыться и отбить. Остается 55 секунд. Так, график пошел вниз. Вот здесь пишется время, которое нужно подождать, и если по истечению этого времени сделка, точнее график будет ниже вот этой вот отметочки, когда я зашел в сделку, то я забираю ее в плюс и зарабатываю, получается, 4860 рублей. Чистыми почти 5000 с одной сделки. Кстати, надо было запомнить, у меня на балансе было, по-моему, 539 тысяч, да, 539. Посмотрим, сколько мне удастся заработать. Вот, остается 30 секунд. Доходность здесь 81%. Пока я ожидаю, я обычно захожу на сайт Investing и так вот нажимаю, смотрю, проверяю, чтобы ничего не поменялось. Короче, нужно активно следить за этим.
Вот, сейчас тут график пока в непонятности, где находится. Так, 8 секунд. Вверх пошел. Так, открываю на 12 тысяч, короче. Потому что нужно будет перекрыться. Так, активно продавать. Так, остается 40 секунд. Смотрим, пока график все равно чуть выше, чем нужно. Давайте здесь, на всякий случай, еще одну открою для перекрытия. А, я уже не успел. Вот здесь. Нормально. Так. И на всякий случай сразу готовлю следующую сделку на 48. По статистике сразу скажу, где-то 7-8 из 10 прогнозов сайта Investing верны, оказывается. Так что, если у вас вопрос возникает, а что будет, если, например, вот так вот увеличивать и кончится баланс, он не кончится, все будет четко. Так. Остается 58 секунд. Эта сделка тоже залетела в минус. Кстати, можно посмотреть, пока вот вчера я работал. Смотрите, сколько, как я поработал, сколько заработал. Получается 8 тысяч, 8 тысяч. Это 16, даже 17. Плюс еще 8. Это 25, 26 даже. Плюс еще 40. Короче, где-то в районе 50 тысяч я заработал за 20 минут, если видите. Вот, так что примерно такие суммы здесь можно зарабатывать. Ну, конечно, чтобы зарабатывать 50 тысяч в день, нужно иметь баланс побольше. Например, как у меня, вот 500 тысяч рублей, вообще четкий баланс. Но не у всех есть такие деньги, так что можно начинать с меньшего. Главное копить потихонечку, аккумулировать свои деньги, не тратить, а увеличивать капитал, и все. Так, захожу здесь еще на всякий случай, перекрываюсь. Не особо удачные эти моменты входа выбираю. Так. И здесь на 96 еще открою. Так, и следующий у меня будет 180 плюс 12, 192 тысячи. Активно продавать там. Так, здесь нужно подобрать моментик хороший. Так. Ждем 30 секунд. 48 тысяч заходит в минус сделка. А нет, нет, пока еще. Пока еще надо подождать. Может быть, еще и плюс будет. Смотрим. Вот здесь уже, видите, поменялось на продавать. Скорее всего, сейчас тренд будет меняться. Так что нужно просто отбить сейчас и выскакивать из этой валютной пары. Смотрим. Так, 2 секундочки остается. Все, забираю плюс. Отлично, 527 тысяч, я в минусе на 12 тысяч, но ничего страшного. Главное, мы отбились. Сейчас буду открывать сделки. На самом деле, может быть, лучше сменить сейчас валютную пару. Давайте посмотрим, что там по евро-канадскому доллару. Может, поменялось уже. Нейтрально, не подходит. Давайте посмотрим, что там еще есть. NSD slash GPI. Так, NSD slash GPI. Так, смотрим, что тут. Одна минута. Продавать тоже не подходит. Ладно, хрен с ним, вернусь на австралийский доллар, доллар, доллар США. Поработаем по нему еще. Так, активно продавать. Открываю тогда на 6000. Так, сразу готовлю на 12000. Вот здесь уже можно сразу открывать смело. 24000. Пока торопиться не буду. Хотя, вот здесь уже можно поторопиться, я думаю. Так, и сразу готовлю 48 тысяч на всякий случай. Так, хотя вот он вниз полетел. Нужно подождать лишь 40 секунд. И посмотрим, что у нас выйдет. Давайте пока ждем. Че, 30 секунд осталось, покажу вам свою телегу. Что здесь полезного, например, вот... Скидываю здесь всякие вот такие видосики полезные с работы. Мотивацию всякую, отзывы, например. Где-то последний отзыв. Вот чувак, например, заработал 200 тысяч за, сколько там, по-моему, за пару дней. За 5 дней. Вот. Все, 10 секунд остается. Так, и моя прибыль сейчас будет очень жирная, по идее. Сколько я заработаю? 30...
34 тысячи. Итого я в плюсе на 22 тысячи. Так, отлично, 22 тысячи я уже заработал. Но на этом мы останавливаться не будем. График как вниз отскочил, видели? Так, 6 тысяч. Ну, на самом деле, не знаю, сейчас, наверное, не лучшее время для входа. Да, ладно, на этом я остановлюсь. 22 тысячи тоже неплохо. Он, главное, все показал, объяснил. Вот, спасибо всем за просмотр, ребят. Применяйте эту информацию, зарабатывайте. Надеюсь, я был полезен. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Какие-то вопросы будут, пишите мне, я помогу, подскажу, объясню и начнете. До встречи с вами в новых видео.